На конкурс дети читают стихи, рассказывает Василиса Сазанова, 3 года. Огни и Барто, дело было в январе. Стояла ёлка на горе, а возле этой ёлки ходили злые волки. Вот как стояла ёлка, поёк, когда в лесу так тихо, за ёлка погорел, затято и затихо. Кому охота в Новый год попасться в лапу волку? Тогда-то больше впил и прыгнули на елку. Устки повезли, как гуси. Тогда-то висят на елке и мочат. Обманули волка. Дело бы двое. Подумал волк, что на горе красная ёлка. Молодец.